Очередной девайс в ремонте. Все как принесли, только скрыл. Попросили установить Windows. Ну, Windows ставлю, не происходит ничего. Черный экран. Открываю. Вот такой девайс. Вот такой. Я не знаю, тут бомжи жили. И лежит вот тут динамик. Зачем? Зачем ты тут лежишь? Ёпа-мать. Я тут маленько продул уже вот в районе процессора. Кулер маленько почистил. Вон там вот. Где ЖД? Там вообще пипец. Идут у нас тут Molex и какие-то провода к нему идут. Я, честно говоря, так и не понял, куда идут эти провода. А, вон там какой-то понижающий, по ходу дела, трансформатор стоит. Вон он. Или это звуковой усилитель. Вот здесь у нас, вот здесь, распаян джек. Почему там, а не на плате, мне интересно, если хотели. И вот тут вот, вот тут, вот, вот какая-то херня. Судя по всему, громкость добавлять. Такого чуда я еще, честно говоря, не видел. Это первый раз. Что с ним, я еще, честно говоря, не разобрал. Ну, кстати, у нас вот так вот держится кулер на процессоре. Термопасты там вообще нету. Ну, тут Core 2 Duo, он, в принципе, холодная там моделька. Не страшно пока что, поработает без термопасты. Ну, там есть термопаста, но пока так. Батарейка КМОС у нас села в ноль. Он матерится на батарейку и... Вот так вот у нас тут весело все шевелится. Вот такое вот веселье. Вот, ребята, вот не надо вот так пользоваться компьютером. После этого унесете его в сервис. А, вот там не показал, да, вот так. В сервис. Просите его починить. Почему я должен дышать вашей пылью? Ну, продуйте вы его перед сервисом. Ну, или хотя бы пылесосите там раз в год. Кстати, материнская плата на сокет 775. Довольно старый. Асусская мать. Но все еще актуальный, насколько я замечаю в ремонтах, все еще актуальный. У нас есть здесь, ну-ка, оптический звук и даже есть HDMI. Нету видеокарты, встроенное видеоядро в процессоре. Core 2 Duo, они почти все были с видеоядром. На них собирали вот эти бомж-сборки, которые потом продавали в магазинах. Два ядра, 2 гига, которые были. Вот это вот одно из них. Ну, корпус, конечно, тут уже кто-то приколхозил. Ну, зачем динамик? К нему, кстати, идут провода. Но это, по ходу дела, да. Там, наверное, стоит усилитель. Еще раз покажу. Блин, ну это первый раз я такое вижу. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот такая дичка мне приходит на ремонты. Очень рад новым подписчикам. Рад вашим лайкам вообще прям безумно. До новых встреч. Пока-пока. С вами был Руслан. Канал «Китай» отключился.